Сегодня в России отмечается День Конституции. Начиная с 2013 года по поручению президента страны в эту дату проводится Общероссийский день приема граждан. Жители обращаются в органы власти всех уровней со своими вопросами и актуальными проблемами. Сегодня в полдень в Приморье пункты приема граждан открылись во всех муниципалитетах края. Всего таких пунктов работало более 200, в том числе и в отдаленных поселках. Жители общались с чиновниками, ответственными за решение того или иного вопроса, как напрямую, так и средством видеосвязи. Граждан интересовали самые разные вопросы. Так, например, жительница Уссурийска попросила снести незаконную пристройку к ее дому. А в Арсеньеве на приеме у главы города граждан волновали темы приватизации земельных участков и ремонта придомовых территорий.